Весы бросили на бокалы. Неудивительно. Все расколотили. Это жалко, жалко, конечно, да? И этот отбитый. И тот. Кружечка. Еще один. Не таких. Разбит сувенир. Еще один уцелевший. Сделан в Германии. Эти два я спасу. Спасу от гибели. Перебитые, правда. Ну, не буду,
Рюмки на подставке, где-то 50-е, наверное, года. Весы тоже. Старые-старые. Видите, какие. Кувшинчик для уксуса. Еще что-то. А, это, наверное, сэндвич. Сэндвичи делать. Руки не двигаются как следует. Салфетница такая вот. Металлическая. Салфетка. Ну, это такая салфетка. Как она называется-то, блин? Она фабричная. Но все равно симпатичная. Мне уже в корзинке сколько текстиля сегодня я выложила. Не знаю, что за текстиль. Брала. Отмывать все надо будет, отстирывать. Не знаю, отстирается, не отстирается. В общем, короче, сама не знаю, что сегодня набрала. Потом буду дома разбираться. Надо вот эту коробку еще снять. Нашла тут несколько стаканчиков таких детских. Написано, что коллекционные. Ну, посмотрела я на eBay. Они вообще не идут. Не идут ни за какие деньги. Аукционы с 1 евро стоят. На них никто их не покупает. Ну, такие, конечно, когда маленькие детки дома, да? Хорошие стаканчики. Просто для дома. Но не как там вложение какое-то. Такая кружечка еще есть. Смотрите, какая интересная. Кружечка мне нравится. Жозефина, Чехословакия. Смотрите, какая. Мои любимые драконы. Да, я еще нашла два синих бокала. Фужера. Что тут еще у нас есть? Глиняные. Вот такие вот. Типа под Дельфт. Кашпо. Нашла такое кашпо. Симпатичное. Здесь, правда, на дне что-то сожгли, наверное. Такое кашпо еще нашла. Это кто-то его уже обклеил. Так она, наверное, была просто красная сначала. Какой-то легкий металл. Написано, сделано в Тайване. И вот еще тоже кто-то обклеил горшок. Тут же человек. И замочек. Два замочка. Так вот, такие находки. Я не знаю, это кашпо брать, не брать. Прикольный. Хорошая тарелка здесь для новогодней композиции. Туда положить. Всякие разные. Свечку поставить. Будет классно. Стаканы. Так. Посмотрим, что еще как-нибудь коробочку снимем. Опять текстиль. Сегодня он меня преследует. Катерть какая-то. Такая вот с вышитой монограммой. Вот это не вышивка, это принт. Какие-то коробки от слайдов. И вот тут целая пачка. Скатерок.
взяла еще эту коробку. Сделать какую-то кружку красивую. Смотрите, какая кружка-то. Ого-го. Богемия. Это, как говорится, богатая кружка. Чуть-чуть потерта ручка. И все. Немножко. Совсем. Видите, какая кружка. Богемская. Взять или не взять? Возьмем. Смотрите, еще одна. Что-то они постоянно встречаются. Это стеклянная вазочка с земляникой, спрессованного стекла. Такая вот кружка английская. Написано, сделано в Англии. Керамическая. Чайничек. О, на удивление легкий. Графен Хинденберг, Ильменау. От него даже есть крышечка чайника. И есть молочник. По-моему, еще одна чашка есть. Молочник тоже. Видите, нежный такой рисуночек. Пивная кружка неподъемная. Еще один молочник. И вот она, эта клубничная. Это еще одна. Такой вот молочник. Сливочник, соусник, наверное, соусник. И сахарница. Показываю специально для мужчин, что тут можно найти. Какие-то шланги. Педали. Вот. Кто меня просил? Ой. Смотрите. Чемоданчик. Нашла часть набора. Видите, тортик. Сахарница. А сливочника нет, к сожалению. И так вазочку с отбитым краем, видите, отбитое. Прессованное стекло. И еще нашла вот такие хрустальные. Смотрите. Тут их, не знаю, 6 штук, что ли. Настоящий хрусталь. Сейчас мы еще вот в эту коробочку заберемся. Там что-то красивое лежит. Вот что я нашла в нижней коробке. Это я уже сюда переложила. Нашла еще такую кружечку. Нашла десертные тарелки. И два блюдца. Так что я довольная. И еще нашла вот такую коробочку. Ну, это мы с вами посмотрим уже на показе, чтобы была интрига. Хоть какая-то. Нашла еще такую вазочку. Видите, какая симпатичная. Сельтенвайзе.
батарея, гербарий. Сколько много. Мне подсвечник нравится. Шеби-шик. Гербарий у меня уже есть. Вот подсвечник. По-моему, очень даже классный. Кружечки керамические, пластиковые, ваза хрустальная. Деревянный подносик. Так. Сейчас будем сдвигать. Опять много вязальных ниток. Эти разные клубочки. Пластика. Хорошенькие. Не знаю, это рыбу что ли чистить от чешуи. Библия в кожаном переплете. Еще остался замочек латунный немножко. Частично. Видите, здесь тоже. Такая старая-старая. Интересно, какого года? Не написано, но думаю, может, 19-й даже век. Да, 1899 год. Видите? Страусиное яйцо. Это брать с собой банан и страусиное яйцо, если вы берете с собой на работу вареное яйцо. Вот формочка под него. Опять же много всяких бокальчиков. Вот эти, по-моему, эти не китайские, а турецкие. Турецкие. Полотенце хорошее. 100% хлопок. Да. Кальчики.
нитки. Ой, все, у меня спина отваливается. Уже все, больше не могу стоять. В три погибели. Я снимаю ящики. По возможности. Вот стеклянная тарелка, прессованное стекло, тушь красивая, цветочная. Досочки. Такая вот эта банка для лука. Надбить край. Красивая банка была. Смотрите, латунная конфетница индийская. А может, и не индийская, похоже. Красивенькая такая. Увидела здесь винажницу. Видите? Такая вот пластиковая основа и такие вот вставочки. Только, видите, средней нету. Нет, средней круглой. Она такая крутящая, крутящаяся, вертящаяся. Ее можно крутить вазочком. По-моему, болгарская.